Всем привет, я Инга, рада, что ты заглянул на мой канал. Сегодня мы будем кушать блинчики с мясом, с куриным мясом. Также у нас тут перчик, кабачок, хотел сказать. И тут у меня грызочек. Вы не обращайте внимания, я просто тикток снимала, мне надо было хавануть. Вот. Я хотела его убрать, но я решила доесть. Все равно мое. Ну, как бы его никто не хавал. Так что тут у нас сметанка. Пока снимала, они такие немного остыли. Сейчас малина Гринфилд. Я сначала все думала, блин, хочу, наверное, жареный. Не в микроволновке, поэтому думаю, блин, надо было делать в микроволновке. Ну, типа, лишние, да, калории. Зато с корочкой. А перчик такой огромный был, такой, оп. Я думаю, что за мутант. А сметанка бежен лук. Я люблю бежен лук или простоквашино. 20%, по-моему. Так спешила, так есть уже хотела. Поэтому на ура прям залетает. Моя кошка каждый день что-то случается, что-то она врежется куда-нибудь, еще что-нибудь. И то есть у меня тут до этого в комнате стоял такой огромный телек. У него ширина, знаете, тут такая, ну, то есть большой такой, длинный, широкий. И кошке нравилось. Она любила, знаете, на нем полежать. Влосню свой на нем оставить, или в нем, наверное, не знаю. Еще она любила через него на подоконник залазить. Особенно она летом часто это делает. Делала. Жалко, перчик не холодный. Я люблю холодное все. Из морозилки. Ой, из холодильника, морозилки. Кстати, никогда не забывайте ЖБшное что-то в морозилке. Будет трэш полный. Там энергетики или что-то еще. Пиво. Так вот, кошка. А телек сейчас у нас немного другой. Он тонкий, то есть на нем не полежишь. Через него не пройдешь.
Ну, я не знаю, она слепая, не видит. То есть раньше на чем телек стоял, стеклянная фигня, столешница такая, столик такой. То есть перед телеком есть место, можно пробежать по нему, там, на подоконник, да? Может, она на телек хотела, ну, короче. В него влетела сегодня. Он и повыше. Она, наверное, еще не допрыгнула. Но это хорошо, что она не перелетела. А то там бы ударилась вообще. Либо телек свалил, я не знаю. Жалко, я это не видела, блин. Я ж проснулась до конца такая. Но самые приколы были, когда тот старый телек стоял, и она на него так летела, летела, знаете, со скоростью, и перелетала его, он то есть широкий, то есть она его перелетала и в стенку врезалась. Ой. Не кошка, а чудо просто. Чудо из чудес. Мне, кстати, зрительница писала, что я очень часто поправляю волосы. Есть такое. Я еще некоторые моменты вырезаю. Ну, типа... Не потому, что там волосы как-то лежат, а вот просто надо вот что-то сделать, да? Я сейчас чихнула, мой совет. Никогда не чихать с едой. Я чихнула и все забыла, что я говорила. Что я говорила? Что-то про волосы поправляешь. А куда я отклонила мысль-то? Забыла. Ну и ладно. Все-таки надо было гореть в микроволновке. Прям жирненько. Я надеюсь, вы кушаете вместе со мной. Спасибо вам большое за просмотр, за внимание. Всем счастливо и пока.